Здравствуйте, дорогие зрители! Из последних новостей Даша вновь одела кольцо, подаренное Максом. Сделала селфи в рубашке и в джинсах, показала это колечко и подписала это фото в Инстаграме «Плачь и смотри», как у известной группы «Не пара», «Плачь и смотри». Суть песни в том, чтобы мужчина плакал о том, что пара рассталась. Следовательно, Даша намекает Максу «Плачь и смотри». И она так немножко хитро намекает Максу, что «Я готова тебя принять назад, ведь я ношу кольцо». Этот посыл я поняла именно так. А вы как? Кстати, если вы мне напишите, что это не факт, что это то кольцо, которое подарил Макс, то я вам отвечу. Это именно то кольцо, потому что Даша в комментариях как раз об этом и написала. Это именно то кольцо, которое подаренное Максом. Но я все-таки считаю, Макс не откликнется на ее позыв. Потому что в следующей переписке они пожелали друг другу счастья, и переписка закончилась. Даша оставляла одно сердечко разбито, а второе уже целое. Макс ничего не оставил. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!